по новой игре. Сегодня очень ламповый стрим. Да, есть такое дело. Есть такое дело. Бля, сколько яиц она уже побила? Опа! Опа! Кто там хотел посмотреть куда-то? Сейчас все глаза закрыли, кому надо открыли. Быстренько посмотрели и забыли о том, что увидели. На, криптобык, блядь. Получи по своим биткоинам, сука. Нормально. Ой, блядь, пылища, сука. Закрывайте нос, сейчас целый рот хуеты набьется. Хуй в нос! Та-та-ра-та-ра-та-та-ра-там. Та-та-ра-та-ра-та-та-та-там. Пизда, хорошее начало. Почему ты нарезки во время перерыва больше не пускаешь? Что ж, нет их. Нет их, это запарно. Пизду тебя, нарезки. Напрягать людей, зачем-то там они будут сидеть, не спать, ночами делать. Так их постоянно миллионы на YouTube заливают, я думаю, будут не против, если возьмешь пару штук. Ну я что ж буду по YouTube сидеть, нарезки выискивать. Не, ну да, необычный чат, я буду писать Конор или Хабиб, ататар, пата. Сука. Я просто серьезно, я уже предчувствую, какие сегодня будут сообщения. Сегодня половина сообщений будет так: Конор или Хабиб, Конор или Хабиб, ты за Конор или за Хабиб, за Конор или за Хабиба. Я знаю, кто выиграет, но я вам не скажу, потому что если я вам скажу, вы еще начнете там какие-нибудь эти ставки какие-нибудь делать еще на всяких этих там еще что-то. Не надо мне вот этого, я за это ответственность несу. Я просто знаю, кто выиграет, мне уже сказали, мне уже сообщили, мне персонально позвонили, я даже узнал в газетке, ой, блядь, в газетке, в программе посмотрел, во сколько будет бой, что ли, точнее, само событие, там, само это, оно будет завтра в 5 утра, оно будет завтра в 5 утра начнется, и, по-моему, до 9 утра, насколько я знаю, я обычно просыпался иногда часов в 7-8, и там заканчивались последние бои, или предпоследние, поэтому я думаю, проснусь, наверное, завтра часов в 7 утра, поставлю себе будильник и специально посмотрю. И специально посмотрю. Почему ты такой тупой? Ага, здравствуйте. Вот вы у нас, товарищ, заблокировать пользователя, и понеслось. Понеслось. А вот и первый бан. А вот и замечательно. Раз ты такой умный, играй сам и не приставай ко мне. Я не сверхчеловек, чтобы играть во все одновременно и разбираться во всем тоже. Я не злой, я просто вам, ну, как бы... Понимаете, если я буду говорить все это с улыбкой, если я буду говорить все это несерьезно, вы не подумаете, вы и не поймете, что я на самом деле серьезно, думаете, а, да, он шутит, шутки шуткует, а, все хуйня, не будем верить. Нет, я серьезен как никогда, поэтому... Скажу серьезно, но все должны были понять. Все должны были понять, что мне как бы это делается все для вас, для вашего же удобства, понимаешь? Вот потому что никому не охота смотреть на кучу спама и прочего. А мне уж, извините, неохота смотреть, как меня оскорбляют и называют тупым. Ну, кому это будет приятно? Мне неприятно. Мне неприятно, поэтому в бан нахуй, вот и все. Так, у нас, подожди, у нас сегодня безбилетники-то есть какие-то, нет? Потому что, как бы, стрим, сколько народ смотрит стрим, ну-ка быстренько, дай посмотрю. 22 тысячи практически человек, и представляешь, вот сейчас я обижаюсь, сижу, представляешь, знаешь, сколько лайков всего? 9600. Ну, это разве серьезно? Ну, серьезно. Это не серьезно. Мы либо давай с тобой как-то по-взрослому начнем общаться, и ты будешь сплатить за проезд на стриме своим лайком, либо, ну, серьезно, либо это, ну, это некрасиво. Это безбилетники, понимаете? Это безбилетники, это нехорошо. Это плохо. Так, выключатель от перфекциониста. Хороший выключатель, что тебе не нравится? Вот еще, видишь, как вот она, знаменитая стоечка, вот кусочек ее. Тоже хорошо. Вот, так, чё вам, лайки жалко? Действительно, чё вы, ну вы чё, жлобы, что ли? Вы жопничи, что ли? Только жопничи жалеют свои лайки на мой стрим. Фу, жопничи, я с вами не вожусь. Ты замучаешься всех банить. Да нет, в этом в спонсорском чате я очень быстро всех перебаню. Мы будем играть на Хуанхэ. Если кто-то не знает, что такое Хуанхэ, тот сейчас узнает, потому что я сейчас скажу. Хуанхэ — это Xbox One. Но он Xbox, точнее, Xbox One X. Я эту шутку уже рассказывал, повторять не буду, она слишком смешная, чтобы ее знать. Короче говоря, сокращенно Хуанхэ. Надеюсь, будешь стримить до 50 лет, и бы уже привык. А что, дальше не надо? Дальше ты решил помереть, и тебе не нужно больше стрима. А тебе сколько лет? 7, но ты никому об этом не говори. Так, все, включаю спонсорский чат. Я на перерыве включу обычный, поэтому если вам так загорится пообщаться, то в перерыве он будет включен. Так, ограничить частоту сообщений, тогда я уберу. Вот эту галочку поставлю, а вот эту уберу. Вот так будет хорошо. Сейчас у нас в чате настанет спокойствие и тишина. Не ври, тебе 18, я же вижу. Ну зачем ты об этом так сильно кричишь? Ну не стыдно тебе в конце концов. Дима, красивый сегодня, не могу, амброзия для глаз.
Это оскорбление? Что такое амброзия? Я не знаю, что такое амброзия. Амброзия пищи богов, комплимент, конечно. А, ты хочешь, чтобы меня сожрали? Интересный комплимент, интересный. Спонсоров я не называю, если что, если потому что вы прилетаете, я выбиваюсь, поэтому без обид, я вас буду замечать в чате, окей? А то еще начнете, то он какой-нибудь там уголок геймера подписался, потом начнет... Ёбана! Потом начнет мне мозги выносить, а что ты меня не назвал? Он ведь начнет мне писать куда-нибудь вообще даже не сюда. Он же начнет, я серьезно говорю, он такой. СВЧ не озвучивает новых... Вот, уже началось, вот посмотри в чат, кто это пишет? Уголок геймера, я тебе говорил об этом. Давайте напоим богов их кровью! У, сука! Ну что, спартанцы? У, сука! За сыновей! У, сука! За дочерей! У, сука! За Спарту! У, сука! У, сука! У, сука! Орёшь? Ух, сука! Ой, а чё выключили чат-то? А чё случилось-то? Почему чат для всех пошёл? Кто-то что-то выключил? Кто-то хакер, что ли? Кулхацкеры кругом? Что происходит? Это вы напали? Это вы напали, да? А я чё-то не понял. Ты стрим переновал? А, из-за этого чат обытывался? Окей, ладно. Это спартанцы в чат напали, это типа 3D в этот, как его, 3D погружение в игру. Ничтожество! Умри во славу Ксеркса! Ой, Ксеркса этого, как его там? Хуя битрейт, говорит. А если вам понравился Rusty Lake, то думаю, вам понравится Грибная Эра. Тоже квест, большой разнообразный, да еще и с русской озвучкой. Меня не вызывает доверия название Грибная Эра. Это что-то очень-очень странное. Феминизм победил. Да, одолел нас. Одолел, и поэтому играем за бабенку. Циклоп шлет тебе весточку! Передай! Пусть зас... Хорош начало, бля, вот это норм. Блять, просто сунули по ебалу и норм. А чё, Ебать, нормально, нахуй, нормально. Сука, это просто гениальное начало, это лучшее начало, которое я видел. Это знаешь, вот типа, я, конечно, не этот, как его, я не призываю никого бить, но, блядь. Просто если она реально выебывается, они пришли ей дать поебальнику, чё она выебывается? Если она выебывается, она не должна как бы думать о том, что «Ну я же женщина, меня же не ударят». Въебали только в путь, вон, ну. My hair, бля, действительно, иди домой. Ой, она голышом, что ли, там? Ёб твою мать. Хуй, иди отсюда. Денег дай! Ёб твою мать, бесплатно, что ли? Бля, вот это не натуре бицуха. Вот если бы меня спросили, Хабиб Конор ли она, я бы ответил «она». Пойду к Маркусу. Вот только оденусь. А, это все было голышом. Так, дополнительный элемент разблокирован. Для вашей учетной записи активирован бонус опыта. Теперь за все действия вы будете получать больше опыта. Бонус действует в следующие 2 часа. Чего? В игру добавлены тайны Греции. Возможно, для доступа... Блядь, серьезно, что ли? Ох так. Нажмите, а чтобы подняться. Куда? А что я переодеваюсь? Куда я иду там? Заберите снаряжение. Все, понял. На небо посмотреть? А что там? Нет, там не пизды, светло. О, хорошо. Хорошо. Так, да-да-да. Войдите. Кто это? Здравствуйте. Спасибо. До свидания. Вот и все. Кофе приезжала, представляете? Я люблю вино, ты любишь вино, все любят вино. И все покупают вино, а я продаю. Кто любит вино, плюс в чат, соответственно. Тупо байт на алкашей, да. Как все просто. Ща мамка увидит в чате, нахуй плюс-то будете знать. Что за торговец? Дурис, ты знаешь его, он славный. Но на ум слабый, бля. Дурис, нахуй. По-моему, короче, у этого, как у Маркуса получается, у него прям это, его прям прет на такую хуйню, да? Он вино делать не может, покупает виноградник. Революцию делать не может, блядь, поднимает восстание андроидов. Вот что, блядь, с этими Маркусами не так, скажите мне? Он со Скироса, а ты знаешь, Соски? Что, скопунах, друг мой, этот конь карабкается по скалам, как козел. Как в Скайриме, что ли? Нихуя себе. Он никогда не подводил. Как говорится, плюс чат тому, тем, кто любит кататься на сосках. Приходи к храму сами. Очень взрослая получишь... голосовалка. Она очень, короче, боевая бабеха. Да посмотри, она, блядь, просто куча мышц. У нее вот просто кругом одни мышцы. Еще и соски. Нормально, оседлать. Поехали. Поехали, соски.
А, действительно, соски. Баб-мужик, руки-базуки. Да не совсем, но, бляха, прям сильна, конечно. Она и Конор, и Хабиб... Я тебе как уебу сейчас, слышь, рогатый! Ты... Он меня ударил, серьезно. У меня джойстик вибранул за это. Из-за этого. Она бы и Конор, и Хабиба, обоих бы нахуй просто. Одного левой, другого правой, бля, и победила бы. Сиди сюда. Я тебе в яйца суну на букву А. Пошли. Красиво, конечно, делает, жестко. Предлагаю съесть малыша Алексиуса. Он ведь такой вкусный. Прикинь, сейчас берет и в натуре жрет его. Вот это охуенно будет. Да, да. Какой-то греческий юмор. Да, не для всех. Отсылка к Кратосу, который жрал своих детей. Кратос жрал детей? Кратос это в смысле, ну, этот... Отец? Отец Кратос детей ел? Серьезно? Почему я об этом ничего не знаю? Он ничего у меня не ел. Чего это вы меня обманываете? Не ел Кратос детей. Конь, это же вроде лошадь, может проверишь, прошу. Это прям так важно сейчас? Давайте посмотрим. Так, кобыла, дай посмотрю. Ну блин, это же не Red Dead Redemption 2, где там яйца всем нарисовали. Здесь, наверное, не рассмотришь. Это же там они хвалятся, что у нас видно у лошадей письки. Но я ничего не вижу, значит, это, судя по всему, кобыла. Все нормально? Проверь бабу, может, она тоже мужик? Оседлать. Кого ее? Ну, это не видно. Надо, чтобы она села или упала как-то. Даже по-другому ничего не видно. Ну что, сбили мы с тебя спесь? Эти! Грязные ноги. Опа! Вот, тихо, 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 сейчас рассмотрим. Я понял, как рассмотреть, смотри. Ты можешь упасть на землю? Нет, мать! Опа! Белые труханы... Бля, бежим. Белые труханы видел. Пиздец, он за все это время потолстел и волосы отрастил, он вообще нет, не поменялся. Мне нынче достался улов. Есть хочешь? Весельчак, ебать. В храме, Друзила, блядь. Друзила! Я только тебя вспоминал. Правда? Друзила, блядь. Мне нужна древесина. Друзила, бля. Нормально, друзила, нахуй. Я блядь, друзила, богатый, нихуя. Кто придумал эти имена? Они прям гениальные. Друзила. Друзила. Здорово, друзила, блядь. Типа один друзила, а много друзилы. Куча друзил. Нужна древесина. Закажи у друзилы, блядь. Это было... Куда бегает? Как девочка по лугу, блядь. Что это за походка? Друзила работкой нагрузила. Норм, рифмуем, да, сегодня хорошо. Работкой нагрузила. Бля, хватит ныть, ну. Твои жалобы не ускорят работу. Я убью мерзавцев и верну древесину. Конечно, вернешь. Не нужно спешить. Я верю в тебя. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо, Пидрилкин идет. Спокойно, не нужно. Засала, грузила, да. Ну, а на тебя б так наехали. Конечно, блядь. Она им по булке просто так по-дружески въебала, говорит, здорово. Шо за подсрачник? Да-да-да. Да реально, как будто просто по жопе ему хлепнула и все. Типа, дружище, она с ними заигрывает. Да, типа, сучара, иди сюда. Блин, конь у меня сосок, мне нравится. Вот. На сосках мы нормально гоняем. Вы наши ники хоть немного узнаете? Это не, я не помню ни одного ника. Вообще не помню. О, боги. Мне вот обидно сейчас было, ахаха. Но обычно люди, которые обижаются, ахаха, в конце сообщения не пишут, поэтому ты мне врешь. Это смех боли. Смех боли. Ахаха, нет, в скобках, да. Вот это куда более похоже. Прокрадись в дом и укради глаз. Он его на ночь как зубы, что ли, снимает? Или что, я не понимаю, что за глаз? Или это, блядь, какое-то украшение какое-то? Смотрите, что-то, вот, ну, люди без зубы, да, они снимают челюсть, кладут ее куда-то, или линзы там в этот, в стаканчик. А у него что, блядь, ложкой его достать, что ли, что? Что ты несешь, блядь? Что ты несешь, Маркус? Что ты за хуйню несешь? Ладно. Если ты справишься, циклоп не отрежет нам головы, когда вернется. Потому что он нас не увидит. Заебись, блядь. Купила детям на НГ плойку 4-ю с Horizon и Uncharted в комплекте. Как думаешь, норм подарок? В смысле? И ты до Нового года будешь ничего им не отдавать, что ли? Нет, это норм вообще, это не норм подарок. Не, так нельзя. То есть как можно понять, купила уже сейчас и будешь ждать до Нового года, чтобы подарить?
Подарок, конечно, отличный, но, бляха. А вдруг они узнают, что ты им купил? Они же с ума сойдут. Это прикинь, сколько, блядь, 3 месяца сидеть и ждать, пока тебе плойку подарят на Новый год. Я бы, вот если бы я узнал, я бы, наверное, повесился, нахуй, от ожидания. Это очень жесткая херня. Если не шпалят, то нормально, надо спрятать. Вообще, лучше у друзей каких-нибудь. Дом, дети дома все найдут. Дети, они такие. Типа за подарок на НГ ничего не подарить. Да это не работает. Типа вот я куплю тебе за тот-то подарок, а там дарить ничего не буду. Так же нельзя. А, дети не найдут стопудово, им 8 и 9 лет. И что, они что, амебы? Они 8 и 9 лет, они уже вообще везде могут долезть. Везде могут дойти. Даже в рекламах показывают, какие киндерпинги воруют отовсюду. А ты говоришь, плойку не найдут. Они по запаху почуют новый пластик и найдут. Тем более они сами ее ждут от Деда Мороза. Но вот сама с ума сойду от ожидания поиграть. Вот, да, видишь, как вот... Ну ладно, ладно, спрячь и забудь, как говорится, про нее, и потом вспомнишь сама. Ну, блин, я не знаю, вот это трудно. Трудно держать столько времени все это в тайне и в секрете. Хотя, конечно, это не секрет уже, дети понимают, что Дед Мороз им это принесет, но, бляха, это долго. Это долго. Ты в гараж отнесили к родителям, если это как? Ну, к родителям, да, можно, скорее всего, так проще будет. Хотя, бляха, они же, наверное, тоже к ним пойдут там, будут тоже лазить и тоже найдут. Бля, уж хорошо, иди, дети, короче. Нихуя от них не спрячешь. Так, Комленович, ты лучший за 7 лет семейной жизни, только тебя и смотрим вместе с женой. Мне кажется, вы живете немного меньше, чем 7 лет, потому что я столько не того. А ты будешь... Жена в курсе, что ты с ней 7 лет живешь, а она с тобой меньше, наверное. Мне кажется, это будет не очень. Пинок спартанца. Блядь, и на это тратить целое очко? Серьезно? Легендарный удар ногой, который отбрасывает противника назад и наносит 160 урона. Противник остается жив, после этого его можно нанять. Нормальный способ нанимания, да? Подошел, уебал, короче, в спину. С какого хера играет музло из АЦ-2? Идеи кончились. Это ко мне сейчас претензии, да? Извини, я не хотел вставлять в эту игру музыку из Assassin's Creed 2. Ну, прости, пожалуйста, я не специально. Руслан, извини, я не хотел. Я бы мог, ну, я мог по-другому, но у меня не было выбора. Мне пришлось вставить сюда эту музыку. Извини, пожалуйста. Пожалуйста, извини, Руслан, не гневайся. Ну, серьезно. Я мог по-другому, но у меня не было другого выбора, да? Ну да, так и есть. Извините себя перед Русланом быстро. Что вы делаете? Руслан, извини. Все, кто просит у Руслана извинения, плюс в чат. Мы не хотели, Руслан. Не хотели мы. Я замечу. Да, Руслан такой нам говорит, я за меньшее убивал, а вы мне тут, бля, вставили музыку. Чё, охуели? Иди сюда. Ну, ёпта, Устявка, ну, серьезно, иди сюда. Бля, сколько яиц она уже побила? Ему тупо да... Сука, блядь, слышь, чё? Уйди, отпасовись, бежи. Я бежу, я бежу, нахуй. Нахуй отсюда бежу я, не для меня эти. О! В новый внешний вид коня, нормально. Соски в лифчике теперь будут. А, ты говорил, что донатов нет, теперь даже не отрицаешь, что суперчат и есть донат. А, это не донат, это суперчат. Тебя никто не заставляет туда писать, и ты можешь просто забыть о нем, и все. А, извинения приняты, успокойтесь, говорит нам Руслан. Наконец-то. Руслан нас спросил, это самое главное. Суперчат можно отключить? Можно. Но он должен быть включен. Мне нужно сходить в очень важное место, а я оставлю вас смотреть на голую ляжку. Огромную палку и задний вид моря. Сейчас приду. Сейчас я, подождите. Так, я не понял. Это что тут нахуй за Петрович прилетел? Мы смотрели на голую ляжку, блядь. Что за дела? Что за дела? Я не понял. Алло. А что он тут прилетел? Что им надо-то? Типа стояли, смотрели на бабёху, да? Опа! Опа! Кто там хотел посмотреть куда-то? Ну-ка, опа! Сейчас все глаза закрыли, кому надо открыли. Быстренько посмотрели и забыли о том, что увидели. На это смотреть. Так, ну не бубни. Что это? Зачем ты пузыришь мне? Мать, не пузыри, мы должны посмотреть. Она специально пузырит, чтобы мы ничего не увидели. Ишь ты, какая хитрая, блядь. Белые трусы, да, интересные белые трусы. Всплывай. Вот еще бы не пузырило, конечно. Мы ничего не видели. Я ничего не показывал, все просто правильно. Я ничего не показывал, вы ничего не видели. И даже сейчас вы ничего не видите. А я ничего не показываю. Я вот себе рукой прикрыл. И ты тоже прикрой себе рукой. Как в Нина Куни, да, так же. Так же прикрываю рукой, все правильно. В Нина Куни было опасно. А что в Нина Куни было? Ох. Лучше не вспоминать. То, что было в Нина Куни, остается в Нина Куни, ибо это может сломать неокрепшую детскую психику. У вас одаренный интеллект. Да, одаренный-то.
У меня очень одаренный интеллект. ICQ 138 тысяч раз. Сдавал тест. Она его тюкнула нахуй по голове дубиной. Хорош. Сука, какой вот этот прикольный момент, когда он просто тюкает вот так вот по башке, блядь, этой дубины. Это же так больно, пиздос же. А-а-а! Он в этих, нихуя трусы ему, в обтяжечку, смотри. Ебать, прям сплош... А где, да в смысле, чё-то не понимаю. Как это? Что это? Это в смысле? Это плюс бан, нахуй. Что это такое? Действительно, постой-ка, я не рассмотрел. А, ну если расквасило, то да, другое дело. На, криптобык, блядь. Получи по своим биткоинам, сука. Сузница романтические отношения? Не, я не за тот пол играю, чтобы мне романтические отношения заводить. Поэтому пошла она нахуй. А я поехал на тот берег. Она нахуй, я на тот берег. Мы разошлись с ней как в море корабли. А что такое? Сегодня очень ламповый стрим. Да, есть такое дело. Есть такое дело. Я парировать буду. Парирую как бог. Нет, это не... Со мной поступили бы так же. Он покраснел. Он покраснел, это не парируется. Ладно, хуй с ним. Это кто, опять ты, что ли? Заебал. Да я его сейчас выебу, серьезно, меня достал. Сука, говна кусок ебаного. Сдохни, ублюдок. Хуа, на, блядь, тварь тупая. В смысле? Ну ты что? Ну ты охуел, что ли? Ну ты говна кусок, что ли? Вот это да. Ох, это было сейчас обидно. Вот это реально-реально обидно сейчас было. Такая тема. Кто матерится в чате, скидывайте в суперчат 20 рублей за каждое слово. Можете абонемент на 1К купить. Так это получается, абонемент на 1К это 50 слов. Там должны быть какие-нибудь скидки за это, типа. Оптовые продажи, там все дела. Байт на мат. Да не, ну как бы по возможности вам лучше, конечно, не материться в чате в этом. Показывать себя с хорошей стороны. И все будет норм. Да опять ты бежишь, да иди ты нахуй от меня, слышишь, ты, чудила. Отстань от меня. Вот щемит какой упорный, смотри. Вот куда он бежал, сейчас объясните мне, куда он бежал? С какой целью, куда ты бежал? Почему ты сам материшься, а нам в паблике нельзя? Потому что я в паблике тоже не матерюсь, поэтому и вам нельзя. Ассасин или Фарза? Ассасин или Фарза? Ассасин или Фарза? Демократия, ебать. Демократия, ебать. Кинь монетку. Блях, это будет честно, да. Блин, давайте я в натуре кину монетку. Только у меня здесь нету ни хрена. Реально нету монетки, представляешь? Я бы кинул. Считалочка не сейчас принесут, мне говорят. Сейчас мне принесут. У меня есть летающие монетки, они пролетают сами. Вот, короче, у меня появился... О! А что это такое? Откуда ты взяла? Окей, короче, во! Монетка написана «да» и написано, короче, «нет», прикинь? И я такой в тени сзади плаваю. И я такой плаваю сзади в тени. Я на самом деле хотел бы посмотреть Фарзу. Поэтому я буду... Вот типа Фарза, это вот будет надпись «да». Надпись... Ну-ка, вот. Надпись «да» — это будет Фарза. А надпись «нет» — это будет, короче, продолжение Ассасина. Давайте я подкидываю. Подкидываю, и я не мухлю, я не ш... мне смысла нет, я и в Ассасина с удовольствием поиграю, я просто подкину. Подкину куда-нибудь, вот прям на коврик сюда подкину. Прям подкидываю, смотри, прям, опа, все упало, знаешь, что там? Блять, я не специально, серьезно, упало вот это выпало. Сфокусируйся, собака. Ну? А чё ты, даже он не, даже не хочет фокусировать, смотри. Выпало вот это, я не специально. Серьезно. Я возвращаю чат обратно, который был, так сказать, по просьбам трудящихся. Смотри, когда я сохраняю, короче, изменения в стриме, у меня чат сбрасывается. Я не знаю, зачем это сделано.
Я не знаю, зачем это сделал. Но я закрою его опять, хорошо. Свобода, так сказать, продлилась недолго. Я играл в третью Форзу, и вот эти прозвища, это было просто охуенно. Это невозможно. Давайте выберем себе что-нибудь. Моего тут имени нет, это, конечно, печально. О, нормально. Димитар, блядь. Нормально, пойдет, да, согласен. Димитар, хорошо. Там прям с самого начала был выбран салага. Пошла она нахуй, эта игра, короче. Так нельзя. Так нельзя. Димитар нормально звучит. Может быть, она даже по-английски будет это произносить. Ебать, сейчас, да, это... Кто блюет, плюс в чат, нормально. Сейчас блевать начнем. Что за скримота? Блять, ну графика здесь я прям не могу, серьезно. Это при том, что у меня карта захвата не выдает 4К. Это типа обычные 1080. Бляха, я подрублю его к телеку, и все, я больше не буду ничего делать. Я сейчас выключу стрим, пойду играть в Форзу, блядь. Все, хорош. Пойду играть в Форзу. Хватит, нахуй. Грязь, месиво, фу, бля. Какая красивая грязь. Какая красивая грязь, пахнет весной. Сказал бы я, блядь, чем пахнет весна, но не буду. Так, хорош меня весну-то свою испылять. У, сука, весна прям воняет в меня весна, спокойно. Хватит меня, блядь, пу-пу-пу-пу-пу-пу, блядь. Не попукайте в меня, собаки, хорош, мешайте мне смотреть. Уголок Хэ вчера на руле играл. Пьянчуга-то этот. Вот это графин, сука, прям полный графин. И шарики, ты посмотри, шарики везде, блядь, дайте на шарики посмотреть. Подожди, а эти, короче, картинки, это с какой-то стандартный, по-моему, рабочий стол. Они тут нарисовали картинки с винды. Хорош. Димитар хир. Димитар, бабенка, бля. Вот это да. Вот это да. Уа, я Димитар. Можно я выберу здесь себе мужика, пожалуйста? Просто, пожалуйста, выберу себе мужика. Ой, картинка моя, смотри с этого, с профиля. Это моя, да. Это моя картинка с профиля, бутербродик. Бургер, в смысле бургер все портит? Алло, сейчас за бургер баны начнутся, вообще репрессии. Бургер — это самая охуенная моя аватарка в Xbox. Еду в автобусе и смотрю Форзу. Ну, практически полное погружение, да. Еду в Форзе и смотрю автобус. Какие еще варианты извращения этого сообщения у вас будут? Автобусе в езду и Форзу смотрю? Или как это сказать, блин? Обратными словами. Учитесь кататься, ёпта, педалька в пол, попёрли, пацанва. Вот так вот, смотри. Раз. Ай, сука. Ну, почти. Блядь! Я заметил его издалека, и мне стало страшно. Разъебал чуть-чуть. Подумаешь, Бугатти, это, блядь, это ж... Лада бы Лада какая была, я пожалел, это Бугатти, это мусор этот какой-то. Ёбаное железо. Жестянка бездушная. Закрыли глаза все быстро! Пизда руля! Хорошо, идем. Хе-хе-хе-хе, блядь. Облепиха отдалась шлепку или все еще динамит. А вот это нельзя, это закрытая информация. Нельзя лезть в чужую личную жизнь. Окей? Окей. Я не люблю такие тачки. В них, короче, дури дохуя, а управление нихуя. Должно управление быть больше, чем дури в машине. Нормально. Что с Happy Wheels? Он закрылся. Он закрылся, но он, возможно, когда-нибудь на стримах, если за него проголосуют, его предложат. Так что не все потеряно. Так, что за хуй? Что за хуй, я спрашиваю? Типа наш чемпион, что ли? Чмо? Лох? Я тебе, сука, ноги раздавлю, не сможешь на педаль нажимать. Ой, блядь, пылища, сука! Закрывайте нос, сейчас целый рот хуеты набьется. А то... Слышь, ты, я, блядь, тебя бортану, тебя в жопу, ты потом неделю страдать будешь. Охерел, подъехал по жопе, главное, дал. Собака такая. Сложность, если добавить, я уеду домой, нахуй. Ты чего, блядь, дурак, что ли, совсем? Ты посмотри, что делать, ебланоид. Тебя, блядь, кто разрешил так делать-то, хуило? Серьезно, блядь? Вот это наглость, я такое еще не встречал, блядь. Мне, правда, было, конечно, на самом деле было обидно, когда вот в третью Форзу играешь, ты уже прям тащишь всю гонку, прям такой молодец, и под конец какой-то хуй просто вылетает, и у тебя уже вот как-то не отматывай, ты уже не сможешь его обогнать, потому что ты где-то лоханулся в середине гонки, и пиздос. Ох, блядь, как страшно въезжать в дома, на самом деле, на такой-то скорости, это ж пиздос. Так, в смысле, подожди. Нет, 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 какой? Чего? А,
Без меня уехали, нормально. Без меня уехали. Сегодня кто победит, Конор или Макгрегор? Ну, во-первых, это не сегодня, а завтра. А во-вторых, не скажу. Я знаю результат, я уже говорил, но не скажу. Не скажу, потому что вы можете посчитать это призывом к чему-нибудь. И типа потом будете меня обвинять в том, что типа, почему что раньше не сказал. Поэтому я не буду. Нет, не скажу. Победит сильнейший, совершенно верно. Победит сильнейший, либо, как там бабенку-то из Ассасина зовут? Я уже забыл. Забыл, как ее зовут. Кассандра. Победит Кассандра, вот, все. Победит Маркус. Нормально, Маркус тоже может. Маркус хитрый. Маркус может победить хитростью. Ебать шпионы, понял? Понял? Внезапно шпионская тачка стоит. Вот кто ее видел, нахуй? Вот это, блядь, камуфляж, хорош. Вот это я понимаю камуфляж. Вот это, сука, из ниоткуда взялась. Заднеприводные тачки меня вообще не устраивают. А их носит просто реально, как говнину по льду, как корова, которая, блядь, на лед вышла в коньках, обосралась, встала в свое говно, блядь, на коньках и поехала просто с невозможной скоростью хуй пойми куда. Как ты относишься к Доте? Никак я не играл в нее ни разу. Ни разу в жизни в Доту не играл, прикинь, вообще ни разу. Серьезно, прям вот даже, блядь, не притрагивался к ней. Даже, вот, даже не думал о том, чтобы к ней притронуться. Встречи с подписчиками планируешь? Сейчас нет. Сейчас нет, и вот как вот были пару встреч, одна из которых была совершенно неудачная, после которой мне обещали, что ее повторят, а в итоге просто все забили хуй и отморозились, так сказать, все эти организаторы. И это как бы поставило в таком свете меня, что типа я хуйло, и я типа за все, на всех забил хуй. Но как бы организовать встречу с подписчиками, это не так, что пацаны, бля, короче, стою здесь нахуй около магаза, подваливайте. Это не так, это же все серьезно должно быть. А вот так вот получилось. Когда я учился на права в далеком 1963 году, автоматических коробок передач не было, поэтому я умею и на том, и на том. На мотиках? А, не, на мотиках не могу. Меня спросили про автоматы, про этот, как его? Про автоматы механику, я про них отвечал. Не, я катался, конечно, на мотоцикле. Пару раз даже удачно. Но если я сейчас на него сяду, я далеко не уеду. Я катался на мотоцикле с люлькой. И эта хуйня еще сложнее. Потому что там нельзя сильно в люльку поворачивать, иначе нахуй ты вместе с люлькой уедешь. В перевертыш маленько. А как бы... Ебать! Олеси, говорю, блядь. Олеси. Олени. Олешки побежали. Олешки. В санатории езжай нервы полечи. В санаториях только нервы-то и лечить. Еще больше заработать. Старый уже куплено, 73 годика. Нервы беречь нужно, а то уже от погоды плохо. Да, 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 да. Мои 73-то уже, это, конечно, не до этих резкие испуги. Все вот это вот, оно... Да хорошего не доведет. Пизда. Хорошее начало. Хуй в нос! Та-та-ра-та-ра-та-та-ра-там. Та-та-ра-та-ра-та-та-та-там. Могут даже в этом случае. Ебать! В смысле? Это что сейчас было-то? Какого хера он меня подбросил? Что за бред, блядь? Да прекрати! Ты видал, что он делал? Он подбрасывает меня. Просто рол, как на трамплин, блядь, заезжаешь. Воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо, аккуратненько, ребята, вы чё, это что такое? Тормозим, это что за поебота, я не понял. Кто здесь едет быстрее меня, я не понял. Что с ним, бля? Чхули он так дергается? Ебать его в рот, кто-то таранит. Водила тусит на той там, нихуя. Чё, конечная, пиздос? Чё дальше-то? Всё, я подрезал, я гопота, нахуй. Тихо! В смысле? Ты куда? Бля, он пересел? Серьёзно? А когда он успел-то? Чё он так дёргается-то? Всё, давайте всем до встречи и всем пока.